При приеме участковыми избирательными комиссиями заявления от избирателей об уточнении списка избирателей и изменении адреса голосования, а также в день голосования Республиканский штаб Кыргызской Республики по COVID-19 рекомендует соблюдать следующие меры. Ежедневно проводить тщательную дезинфекцию и проветривать помещения участковой избирательной комиссии, ответственность за которую несут органы местного самоуправления. Избиратели, посещающие избирательный участок для подачи заявления об уточнении себя в списках избирателей, либо о смене избирательного адреса и иным вопросам, должны соблюдать масочный режим. В день голосования избиратели, посещающие избирательный участок, проходят температурный контроль сотрудникам санитарно-эпидемиологического надзора. В случае, если у избирателя повышенная температура тела, он голосует в отдельной кабине для голосования. При входе в помещение для голосования должен быть оборудован пункт, на котором обеспечивается дезинфекция рук участников голосования и выдача одноразовой маски и перчаток в случае необходимости. Участники голосования обязаны соблюдать социальное дистанцирование 1,5-2 метра как у входа в помещение для голосования, так и в помещении для голосования. Для этого на участке и в помещении для голосования должны быть нанесены специальные линии движения, за которые избирателю не рекомендуется заходить при нахождении на предыдущей линии другого избирателя. В помещении для голосования расстановка мебели, кабин для голосования и технологического оборудования производится на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга. Также в помещении участковой избирательной комиссии обязательно должен быть санитайзер. Если в день голосования избиратель пришел в маске, которая не отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, такая маска должна быть аккуратно утилизирована. Взамен нее избиратель получает новую маску. В процессе предоставления паспорта гражданина Кыргызской Республики для прохождения биометрической идентификации избиратель должен быть в перчатках и маске. На момент сравнения фотографий с паспортом ему должно быть рекомендовано на время снять защитную маску. Для прохождения биометрической идентификации по отпечатку пальцев оператор идентификации должен обработать контактную поверхность сканера спиртовой салфеткой, а избирателю необходимо снять перчатку для сканирования пальца. После завершения процесса сканирования обработать руку и надеть перчатку. В случае необходимости прохождения биометрической идентификации по геометрии лица, избирателю необходимо на время снять защитную маску и после сканирования обратно надеть. До и после проведения процедуры идентификации избирателя производится дезинфицирующая обработка оборудования. При голосовании избирателям рекомендуется не касаться стенок кабины и не находиться в ней в течение длительного времени. Особое внимание должно уделяться дезинфекции контактных поверхностей, а именно кабин для голосования, дверных ручек, поручней, перил, оргтехники и избирательного оборудования, обработку которых необходимо проводить не менее 2 раз каждые 60 минут. По окончанию процедуры голосования избирателю рекомендуется незамедлительно покинуть помещение для голосования. В целом, в помещении для голосования рекомендуется находиться не более 15 минут. На выходе из помещения необходимо установить утилизационную урну для использованных масок, перчаток, салфеток и других средств индивидуальной защиты. После завершения голосования рекомендуется провести полную дезинфекцию помещения.